В районной администрации отмечают, что все подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону идут согласно графику. Мы идем в графике по теплоисточникам, выполняем все необходимые регламенты работы. Также проходят мероприятия по опрессовке тепловых сетей. Они необходимы, чтобы в отопительный сезон снизить количество аварийных ситуаций. Те сети, которые не проходят испытания повышенным давлением, ремонтируются или заменяются на новые. Это повышает надежность отопительных систем Одинцовского района зимой. Кроме того, на сегодняшний день подготовлено уже 95% источников водоснабжения. К зимнему периоду готовят и жилой фонд. В муниципалитете около 2000 многоквартирных домов. На сегодняшний день работы завершены в 308. Каждый дом, который есть, он проводит работы, на нем проводится работа управляющей компании по подготовке к зиме. Заместитель руководителя районной администрации добавил, что в этом году запланирован большой объем работ по ремонту подъездов. В порядок будут приведены около 1200 объектов. Сейчас отремонтировано порядка 30%. К 1 декабря все работы будут завершены. Части дворовых территорий. На этот год у нас запланировано было 48 дворов, плюс 6 дополнительных дворов у нас появилось по голосованию жителей. Это всего 56 дворов. На сегодняшний день у нас по состоянию на конец июня было сделано 5 дворовых территорий. За этот месяц мы еще отремонтируем 17 дворовых территорий. И общее количество дворовых территорий составит 22 двора на весь район. Уже к 1 августа будет готово, и жители получат новые благоустроенные территории. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».